10.81, начинаем погоню. Понял вас, на чем он? Черный М3. Thank you.
Направляется на восток по И-95. Для погони требуется еще машины. Понял вас. Работаю на прикрытии. Прием. Он съехал с дороги. Ищет где укрыться. От нас не уйдет. Сосредоточься, Джек. В Чикаго нам надо быть среди первых 50. Я только разогреваюсь. Группу опасных нарушителей. Для погони требуются еще машины. Вас понял, два квартала к северу от вас. Нет контакта с подозреваемым. Контакт, повторяй, я его вижу. Он в крыше, продолжай искать. Эй, я опять его вижу, еду сзади. Свободные машины, готовьтесь перекрывать дорогу. Заграждение готово, информация на экране. Не вижу подозреваемого. Я ошибся, вижу его. Внимание, цель приближается. 10-4, занял позицию. Все машины, за ним, за ним! Прошу перекрыть дорогу. Принято, на связи. Потерял контакт. Продолжаем искать. Он обошел перекрытие. За ним скорее. Вот он, вот он. Опасных нарушителей. Для погони требуются еще машины. Вас понял, два квартала к северу от вас. Теряй контроль.
ограждение, чем больше, тем лучше. Заграждение готово, информация на экране. Внимание, цель приближается. 10-4, начинаем. Все машины за ним, за ним! Машина сильно повреждена, иду за ним. Срочно, требуется еще одно заграждение. Принято, на связи. Цель на подходе. Он обошел перекрытие, за ним скорее! Маневр ничего не дал, прием. Движется. Нужно срочно перекрыть район. Так, у нас снижение, ждите. Внимание, цель приближается. 10-4, мы готовы. Вижу, Годжет! Нарушитель попал в ДТП! Продолжаем прицел. Цель арестована, выключайте сирены. Черт!
Понял.
Я знаю, куда он поехал. Нужно его. Вот он где пытается удрать. Я еще раз попробую то же самое. Можете перекрыть дорогу? Принято, выстраиваем заграждение. Гонщик приближается! Перекрытие не помогло, повторяю, не помогло! Погодьте перевести его за гнездо дорогу! Вижу, вижу их! Попробуй еще раз. Я не устал. Меня